по материалам, изложенным на информ-сайтах, после того, как приехавшие вице-премьер Гордеев и министр по делам Дальнего Востока Козлов насладились стройкой парка «Маяк» и ремонтом портового шоссе. Министр заглянул на место стройки бассейна. Узнав, что стройка идет с опозданием на полгода, Александр Козлов якобы сказал, что мэр головой ответит, если в срок не будут выполнены все работы. По информации, полученной в муниципалитете, отставание от графика идет не на 6, а на 3,5 месяца. И если в этом и есть вина, то не мэрии, а подрядчика. На самом деле проблема гораздо более сложная. Там нужно забивать сваи, сваи какие-то уникальные в проекте, и нужно оборудование, которое в Магадане нет. Вот сейчас подрядчик привез этот копер, который будет забивать сваи, и составлен график, который позволит наверстать упущенное и освоить денежные средства, которые выделены на 2019 год. Нельзя согласиться с Александром Александровичем Козловым в том, что действительно деньги, которые выделены на строительство бассейна, их отстаивать очень тяжело, и их надо осваивать. А все остальное, что там написано, такие вот свободные художники, там пишут черные, белые, красная метка там и так далее. Красный квадрат, черный квадрат, это меня, честно говоря, не волнует. К концу года подрядчик выйдет на строительство согласно утвержденного графика. И в дальнейшем возведение бассейна будет закончено в срок согласно заключенного контракта. Виталий Моряков, Михаил Стройкин, специально для службы новостей.